Здравствуйте, это канал Максимадзе и моды на игру, как достать соседа, конечно же. И сегодня мы начинаем с мода, в котором уже я вижу, что изменен логотип. Логотип, конечно, он как бы такой же, но вот этот ободок, контуры вот эти, ободок, ну точнее фон за буквами, как бы сказать, стал красным, а сами буквы стали белыми. Что ж, ну и здесь, собственно, как бы одна и та же картинка как бы подгружается с файлов игры. Ну а так, пока никаких различий я больше не вижу. Давайте смотреть, хороший ли это мод или нет. Или так себе. Кстати говоря, меня чуть ли не под каждым видео уже просят снять новеллу на конце. Когда новелла? Да, мне ее прислали, действительно, вот руки дошли надеть до нее. Я вот хотел сегодня снять, кстати. Но, увы, у меня не запускается она. Она у меня не запускается. Я нажимаю exe файл и тупо ничего не происходит вообще. Я написал об этом создателю новеллы, надеюсь, подскажет что. Надеюсь, что мы как-нибудь сможем в нее сыграть. На самом деле, игры в жанре новеллы мне, честно говоря, не интересны. Потому что там в основном надо читать. А это как-то скучновато. Возможно, со мной многие не согласятся. Можете свое мнение написать об этом в комментах. Но, тем не менее, пока достать соседа, это будет интересно посмотреть мне. Но, увы, я не могу, не запускается. Дальше больше. Короче, поехали. Понятно. Пропускаем обучение, идем на первый сезон сразу. Автор написал, что это его первый мод. И первые моды, они обычно самые извращенные. Ну как извращенные, самые слабые. Но иногда бывает так, что и неплохие бывают. Потише, мне кажется, чуть надо сделать. А, нет, клей сначала надо добыть. Ну что-то пока я никаких изменений, кроме логотипа, больше не наблюдаю. Ну ладно, посмотрим в дальнейшем. Давай, иди быстрее. По звукам тоже изменений никаких я не наблюдаю. И по тексту тоже пока не видел. Давайте следующие уровни посмотрим, есть ли на них изменения вообще или нет. Потому что у меня такое ощущение, что это просто мод, в котором изменили логотип. Только и все.
И ничего больше. Как-то давным-давно тоже был один мод, в котором был изменен только логотип. Я даже не стал его включать в видео, потому что кому это нафиг надо? Ну, тут... этот мод, похоже, в видео попадет все же. Чтобы вы понимали, что действительно и моды есть и такие, блин. Когда вообще стараний просто ноль. Просто ноль. Вообще нету старания никакого. Этот проверял, не помню. Так, ну и банный день. Я даже до второй сезон не буду открывать. Ну, ясно, в общем. Короче говоря, это мод, в котором изменили только логотип игры. И больше ничего. Игра не подверглась совсем никаких изменений. И цели его создания понятия не имею. Автор, ты меня разочаровал. Нет. Минус. Естественно, я ставлю. Потому что, ну куда это годится? Где старание? Ну где старания? Я понимаю первый мод, но блин. И сейчас многие, да большинство, делают моды в основном не со старанием, а просто ради того, чтобы в видео попасть. И попасть в видео, показать, что он что-то сделал. Но здесь, в этом моде, показывать-то толком даже нечего. Это та же самая оригинальная игра, просто с измененным, перекрашенным логотипом. И все. Больше и больше ничего. Эх. Надеюсь, следующие моды будут лучше. Так, вот этот мод, я чую, будет, интереснее. Да уж точно интереснее предыдущего. И, кстати, он ввел текстовой файл достижений, называется. Только достижения эти автоматически не вписываются. Мы должны пометить, что мы это выполнили вручную. Какие у нас есть достижения? Исследователь, найди все секреты. 7 кругов ада, пройди все серии. Реальный хардкор, ни разу не умереть на сериях. Уж это я не смогу точно. Умереть 25 раз. Слишком много делать не буду. Спидранер. Пройди игру меньше, чем за 36 минут. Ну, если игра настолько длинная, мы целиком ее уж и вряд ли допроходить будем. Любопытно. Прочитаю все надписи в сериях. И последний детектив. Расшифровать шифр на секретном уровне. Понятно. Сейчас посмотрим, что у нас подписаться предлагают. Настроечки. Ну что ж, посмотрим, что у нас тут. Начало. Шрифт очень, конечно, тяжело читаемый, но попробуем прочитать. Наитая, тебе надо пройти все испытания, но я сначала тебе расскажу. В этом пещере происходит очень странно. Познакомься с мистером Феликсом. Ты его знаешь с детства, он устроил кое-что странное. Он читает книгу под названием «Как убить своих друзей», а потом бежит на кухню и смотрит на окно. Будь осторожен, если ты попадешься им на глаза, тебе конец. Надеюсь, музычка без авторских прав. Ну, неплохо. Так вот тут логотипчик сделали этот. Очень громко, конечно, и выйти нельзя. Как в хардкоре, короче. Ой, музыка даже из него. А враг-то где? А, вот. Во-первых, давайте сразу умрем, потому что слишком громко, надо сделать тише. Ну что ж, действительно, над этим модом действительно старались. Тут я уже вижу. Тут автор молодец. Ну давайте посмотрим. А время нельзя отключить, кстати. Ибо времени, похоже, тут мало дается. Ладно, действительно,
тут хотя бы есть какое-никакое старание. Аптечку, видимо, нельзя посмотреть. Окей, блин, опять звуки из перезапусков хардкора, и хардкор не люблю. Нет. Эх, а я же не успею теперь удрать. Отстой, отстой. Видимо, начинать надо сверху. Ну, давайте, давайте, интересно, надо попробовать это пройти. Я думаю. Во всяком случае, мод выглядит этот интересно. Тут автор действительно старался. Да, конечно, некоторые вещи нарисованы реально криво. Но мне кажется, я бы нарисовал хуже. Здесь действительно старание видно. Прям вот реально. Чё ты застрял-то? Иди давай. Чё-то тут, по-моему, сделать ничего и нельзя, по-моему. Да ёп. Что-то тяжеловато немного. Ну-ка, а можно, кстати, что-то в зале, по-моему, ничего сделать нельзя. Надо смотреть те места, где этот... Книжная полка есть. Начнем с нее, значит. Рисунок, возможно... Книжную полку надо. Давайте попробуем. Ага. Отлично. Это у нас работает. Отлично. А теперь вперед на кухню. Ну-ка. Неплохо, неплохо, молодец. Анимации какие-то есть. Да. Анимации ходьбы как таковой, конечно, нет. Но простительно все равно. Как я уже говорил, реально тут автор старался. Ой, беги. Прошу тебя, беги. Ух, успел я. Прикольно, прикольно. Отлично. Так, второй уровень. Спорт. Феликс тренируется на велотренажере, потом бежит с газировкой. Не бойся, ты будешь в порядке, если не попадешь им на глаза. Я хочу тебе напомнить, что полка гордится тобой, потому что ты прошел правильно, и я знал, что ты это сможешь. Но это еще не все, тебе надо пройти еще 4 задания. Настройся и отправляйся. Даже здесь старание какое-то. Даже здесь старание видно. Не совсем четко попал в экран, конечно, телевизора, но все равно более-менее нормально. Даже обосранный унитаз умудрились нарисовать.
You will die, mortal. С велотренажером что сделать нужно, я не знаю. Можно на кухне что-то, наверное, взять. В холодильнике можно посмотреть что-то. Попробуем, давайте. Вот эти звуки я не люблю. You will die, mortal. Стой! Молодец, а теперь беги скорее. Давай, давай, иди быстрее. А теперь на кухню надо будет бежать. И побыстрее. Is that your best? Даже такая анимация есть, не... Is that your best? Bow to me. Как сантехника будет. О, прикольно. Только что-то одна нога, по-моему, всего торчит у него здесь. Bow to me. Так. Феникс. Фепинс какой-то. А, это Феликс все-таки. Такой шрифт немного странный. Я тебе дам сломанную гитару. Угу. Феликс берет пистолет и стреляет на мишени с изображением Полли. Полк или Полли? Да, не волнуйся, с Полли все в порядке. Потом идет играть на гитаре. Не то чтобы и так с Феликсом. Что с ними, да... Даже я тебе скажу, он... Успел убивать Ирвина какого-то. Гадая, наверное, что ты не будешь мертв. Это приступай, в общем, ладно. А почему он сюда не идет? Тьфу ты, еще и портал. Ну, блин, вот это вот я не люблю уже. Надеюсь, никаких авторских прав нету. Это поле, что ли? Так, пистолет сломанный у нас получается. You are nothing. Притвориться трупом можно, серьезно? А, струна в лицо ему отлетела. Твою ж ты налево, а? Ну, портал это не мое. Но давайте посмотрим, короче, не будем проходить уровень целиком, но посмотрим, как будет выглядеть, вот что мы трупом станем.
притвориться трупом. Ну-ка, как это у нас будет? А, понятно. Но он, по-моему, спящим притворяется именно. Давайте проснемся, еще раз сдохнем, короче. Так, ладно. Четвертая часть. Дай вспоминать. Я думал, что Феликс ненавидит Элвина. Феликс думал, что он ненавидит нас. Я думал, что я горжусь тобой, а Полли думал, что она гордится за тобой, за то, что ты крутой. Художество Феликса никак не является, а он что-то рисует. Грамотно, не очень грамотно написано, конечно. Потом играет на пианино, лепит горшки, сфот, что-то там. На следующее задание поговори с тобой, Полли, так что приступай. Секретов мы пока не обнаружили на уровнях. Можно снова трубом притвориться. А, моторчик не стоит перерисовывать. Ну и ладно. Так. Это у нас второй сезон уже пошел, можно сказать. Мусорный комод посмотреть можно. Это он вместо статуи делает. Неплохо, неплохо, вполне, да. Доска для записок. Проверим, давайте. Хорошо, что здесь нету портала. Никелодеон. Тут у нас... Кого это он испугался? Что-то животное какое-то имеется. Тут есть какое-то животное, но мы его не видим. Собственно. Но мы бы не успели сделать пакости здесь. Прикольно. Прикольно, прикольно. You will die, mortal. А как развязать голубя? Эх, я что, убежать не успел, что ли? Ну да ладно. Посмотрим, что на последнем уровне у нас интересного. Мастер Феликс. Это я, привет, это я, Поль. И я так и знал, что ты сделаешь это. Я скажу тебе, что Феликс делает. Он сначала что-то заклинает, потом смотрит в бинокль на балконе, затем он проверяет на батарейках, чинит трубу от раковины, потом он вырубает, извините, электричество, чтобы чинить на новом балконе провода. Так что давай приступай. На последнем задании мы с Густавом подождем тебя в выходную дверь. Ага. А, вот вы где, прикольно. А, вот Поле, кто, как выглядит. Ошибочка, значит, вышла у нас. Это чё это он сейчас говорил такое? А, вот что это за балкон. Ну, неплохо, 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 неплохо. Эндрю Сэма, да.
Эндрюсем, а я где? А я есть? О, и я тоже есть. Я уж думал, меня нету, что ли? Не то чтобы я имею в виду, что, типа такое, что за несправедливость, я тоже должен быть. Не, я просто так с интереса заинтересовался, есть ли тут я вообще или нет. Обалдеть, какой-нибудь даже одноглазый. Ну я, если что, не знаю, откуда это вообще, по какому мультфильму, сериалу или, может, игре, я не знаю, сделано это. Но тем не менее, сделано реально неплохо. Ладно, я не хочу этот уровень, я не хочу париться на этом уровне, но тем не менее, я реально восхищен. Работа проделана прекрасная. Действительно, не идеально, конечно. Ну и, естественно, мне неохота проходить это все целиком, это будет долго. Но, тем не менее, работа над этим модом проделана крайне хорошая. Остается лишь приятно удивиться и сказать этому моду: да, он отличный. Ну что ж, давайте посмотрим, что еще у нас имеется. Как достать соседа 2-2 из Румынии с хардкором называется этот мод. И, кстати, с этим модом небольшая такая вот вещь произошла интересная. Короче, вот он, я его не скачал, оказывается, вот полез скачать, поскольку очередь до него дошла. Выключи музыку, давайте, что-то я в этой музыке не уверен. И, короче, он загружен был на сайт с Mediafire, с него надо было скачивать, а этот сайт не работает на территории России, начиная с прошлого года. Поэтому я скачал через VPN, а через VPN интернет работает намного медленнее. В итоге скачался мод где-то полчаса. И пока он качался, я решил, короче, поспать. Собственно, поспал, и давайте уже начинать. Стереть сохранение. Ух, ёшкин кот, обалдеть. Вот это вот я не ожидал. Челюсти. Этот уровень рабочий. Проверим, давайте. Из Румынии с хардкором. Что у нас тут? Шоу Вуда Вуда. Вуду Вуда. Меня зовут Джорджио. Джорджо, ё-моё. Чё-то музычки в данный момент не наблюдается. А вот теперь есть. Включаем музыку, что-то я не уверен в ней. Ой, господи, как он быстро бегает-то. Это уже как-то немного настораживает. Сосед немного нервный, будет бегать очень быстро. Это признак нервности у него такой получается, что ли. Замечательно, все готово. Кстати, Джо у нас из первой части. А Вуди, наоборот, медленнее стал ходить немного. Или мне так кажется? Да, медленнее. Именно в этом хардкор заключается, да? Надеюсь, на уровнях изменения какие-то будут. Наверху слева Олег Туристка. Чувак, ты тут гомосятину развести решил, что ли? Ну чё, про геев, зачем? Вот мы и дошли до того, что решили тут гомосятину разводить еще в модах на кадастре соседа. Нафига? Какой нафиг Олег, ё-моё. А это еще что такое? Что это сейчас было такое, блин? Ну ладно.
ладно, сейчас разберемся. Заюзать мыло на луже. А теперь уйди из кадра. Да пожалуйста. Окей. Минимальный рейтинг. Раз мне ничего не светит, можешь идти. Свободен. Видишь, как командует, как он командует еще мной, а? Командир. Нашелся, блин. Ой, стоп. Куда? Давай, гомосек, иди быстрее. Фу. О, как я успел, а? Как такое возможно было вообще? Ага, патч от Social Media Production ты еще был задействован. Внимание на Вуда. Нервный срыв. Очки. А за что они все даются, не указывается. Челюсти. Почему челюсти? А, кстати, описание-то мы не читали. Соседа получил нервный срыв, купив билет на первый попавшийся кругосветный круиз, он пытается предаться греху, похоти, и для этого познакомился с Олегом. Какой ужас. Ну и в страшном сне не могло присниться, что его сосед-режиссер из Румынии, Вуд, на том же корабле, сейчас вы узнаете о тяжелой судьбе соседа и попытаетесь снять первый эпизод. Ну, уже сняли, собственно. Картинок никаких тоже нету, челюсти. Круизный теплоход прибывает в Китай, Олег с сыном идут на пляж, узнав об этом, влюблен след. Капец какой-то. Тут же забывает о своей депрессии. 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 А не депрессии. И вспоминает, что он, оказывается, всю жизнь обожал пляжи. Вуди решил повторить известный фильм. Конечно же. Ладно. Какая музычка тут будет у нас играть? Не знаю. Не, на всякий случай без музыки. Что-то, по-моему, текстурки какие-то тут ослабевшие, мне кажется. Качество текстур так, не, в этих местах, по-моему, ухудшилось, я думаю. Здесь, по-моему, тоже немного. Мы не будем, естественно, проходить всю игру, потому что, я так понимаю, никаких изменений и факостей здесь нет. Изменен типа сюжет только. Если это мужик, то трансгендерную тему еще решили затронуть. Какие молодцы! Зачем? Ну просто скажите мне, зачем? Вы же знаете, Максимадзе всегда был и будет против этого. Вы чё? Ой. А, я там нет. О-хо-хо, блин. Ha ha ha.
Короче, если это типа мужик, то это реально с... мужик, который сделал себе... Это мужик с женским голосом и с грудями. И внешностью, собственно, все остальные. Короче, не одобряю такое, не такое ненавижу. Не знаю, давайте бросим, короче, посмотрим, что просто... Посмотрим, вообще интереснее тут читать описание, потому что на уровнях изменений я чувствую вообще нету. В этот раз нам предстоит увидеть великую китайскую стену. Сет снова распускает слюни на Олега. Фу. Тем не менее, изучать китайскую культуру интереснее, чем состав продуктов его желез. И Вуд постарается сделать так, чтобы его фильм не превратился... Фу. Шанхайский. Точно ли нет изменений? Давайте посмотрим. Дает возможность вам увидеть. Все то же самое, что в Кадоседа 2, конечно же. Шанхайский полдень. И снова Великая Китайская Стена. Разумеется, сосед ухитрился затесаться в ту же группу, что и Олег. И теперь собирается доказать, что он не просто старый извращенец, а вот какой будет рейтинг у этого фильма, целиком зависит от Вуда. Последний день Китая, Олег с сыном уже на пляже, и сосед снова тут как тут. Ему постоянно надоедает мальчишка, он всячески шпыняет его. Даже сын, не подозревая, что это его сына соседу, а Олегу строит глазки. То есть у них у обоих сын получается. Ну, молодцы, еще хуже. Блохастый рейс. Как всегда, на борту творятся разные вещи. Мамочка разлеглась прямо на лестнице, а соседа поджидает сюрприз. Он сошел с ума. Разве нормальный человек окажется зоофилом? Да ладно, вы еще и эту тему затронуть решили. Давайте проверим. На этом уровне что у нас? На этот уровень тоже частично так обучающий. Посмотрим, что у нас тут будут писать. И где она? А, здесь. Я уже думал, она что, невидимка, что ли? А Вуди он даже не видит, получается. Так. Как он так телепортанулся быстро туда? Коробка с игрушками здесь. Отлично, труба перемещена сюда. А и здесь тоже труба имеется. Ладно, изменения на уровнях уже, я смотрю, есть. Чё медленно так, а? И обучения никакого, кстати, нету внизу. Ладно, с этим тоже ясно. Смотрим дальше. Надо, кстати, все-таки проверить, есть ли какие-то изменения на уровнях-то, нет? А, ну разве что текстуры стали хуже. Посмотрим, что здесь Санта-Барбара какая-то. Кажется, что все прибыли в Индию и вновь на пляже. Все еще не обращает внимания на соседа, и он решает прибухнуть вместе с парнишей каким-то. Но благодаря Вуду Санта-Барбара будет. Ну что это? Ой, блин. Ага, вот тут. Значит, короче, да, решили все-таки изменения на уровне внести. Но проходить это все, конечно, не буду, потому что это слишком надолго затянется. Да и слишком сложно станет. Да, Болливуд. Следующий пункт программы Болливуд. Мамушка тут же исчезает на базаре, не уйдет оттуда. Сосед пытается смотреть достопримечательности. Тут его приглашают сняться в индийской короткометражке. Будут обязательно использовать это в качестве идеи. Заодно поможет индийским коллегам.
У него индийские коллеги есть. Рекламный щит, короче, входит в эту стенку. Просто великолепно. Лужа теперь, короче, больше похожа на цемент. Норы теперь в этой месте находится. Что дальше? Укрощение с троптивой. Семеечка снова на прогулке. Мамочка все еще не вылезает из базара. Трусы себе священные ищет. Ой, господи. На новых коровах сосед катается и ходит по холодным углям. В общем, страдает фигней, да. Корова теперь здесь. Это тоже все здесь. Угли, конечно, не холодные, на самом деле, никакие. Их можно сделать просто гораздо более горячими, чем они есть. Эйс Вентура какая-то. Соседу не удалось завоевать благосклонность Али... Фу. И даже родная мамочка копает ему на мозги. Капает ему на мозги. Вот он играет с животными. Но у животных тоже права имеются, да. Да ладно, что, правда, что ли? Она умеет ходить по воде. Непотопляемый. Сколько всего произошло и что еще будет? Мамочка уже за бортом. Да, сосед в порыве гнева толкнул мамочку, и она теперь плавает. Сейчас этот параноик пытается убедиться в том, что на теплоходе ему ничего не угрожает. Пусть пытается, будет планы на шкуру его есть. Собственно говоря, посмотрим, какие тут изменения у нас есть. А тут что-то я их уже не наблюдаю. Разве что мамаша не наблюдается. Ее, видимо, нету, и это, похоже, уровень наш облегчит. А, еще спасательный жилет теперь находится здесь. Да, что с текстурами-то? Почему они такие убогие? Почему размазни стало больше? Уровень можно закончить, еще не сделав ни одной пакости на нем, что ли? Так, Хатика будет ждать Олега. Оказалось, что у мамочки разряд по плаванию. Теперь она резко появилась, зато Олег куда-то пропал. Какое счастье. А пока она восторгается быками и храмами, сосед плачет. Ему захотелось движения, а тут теперь он прыгает и скачет по скалам, а не по... Я сам не хочу произносить, действительно. Так, курит теперь он здесь. И, короче, теперь с этим понятно. Смотрим, ешь, молись. А дальше читать не буду. Сосед рад видеть... Он оказался настоящим Рэмбо, как раз смог самостоятельно добраться до Мексики. Какой ужас. Лучше бы не добирался. Теперь мамаша не может найти покоя и все. Цветы теперь у нас тут имеются. И мы сразу же попадаемся. Что на последнем уровне? Титаник. Отпуск подходит к концу. Круизный теплоход приближается к дому. Вокруг царит тишина и покой. Конечно, тишина, мамочка. Ты получила бастух от Алины. Теперь она только и может спать. Еле-еле ходит по лестнице. Ну, она и так, по-моему, еле-еле ходит-то. Зато все... наконец-то вместе. Какой ужас. Ну, как так? Кто это придумал, а? А, это и есть конец, что ли? А, у нас же 3 жизни. Ну, капец.
Это отвратительно. О, даже концовка доступна для просмотра. А, и даже изменения. Короче, вот, собственно, и закончился этот офигенный в кавычках мод. Короче, мод сделан не ради прохождения, а ради сюжета. Ну, может быть, еще от того, что типа усложнен сильно очень. Усложнен это действительно, но, конечно, когда сюжет делают, это прикольно. Но такой сюжет мне вообще не понравился. И, конечно же, этому моду я ставлю минус. Вот я не понимаю, как такое можно вообще придумать? Вот кто такое придумал? Зачем? Я против таких тем. И, пожалуйста, будьте против и вы тоже. Это ненормально, ребята. Ну, давайте посмотрим под конец еще чего-нибудь. Так, короче, следующий мод какой-то хардкор у нас. И, кстати, вот следующий по списку мод, это называется «Золотой говномод», собственно. И этот мод я не стану снимать, потому что там опять, во-первых, украинский флаг. У меня это запрещено у нас. Все-таки я живу в России. Ну, и, а во-вторых, там, короче, музыка, во-первых, песня отвратительнейшая играет. Там и выключить ее нельзя в настройках. И во-вторых, в этом моде задействован пошлый юмор. И по всем этим причинам я не могу снять этот мод. Если кто-то вдруг захочет, пишите в комментах, я скину его. Но снимать не буду я. Не буду. Посмотрим, что в этом. Какой-то, короче, демка какая-то. Короче, это перевернутая локация и с инвентарными цветами. Сдох, как лох. Да. Первая смерть. Ну, здрасте, Вуди. Это твое первое испытание. Тебе нужно достать сатаниста. Он сидит в чем-то кресле, смотрит, смотря на смерти. Еще он смотрит, как... Ну, блин. Опять пошлый юмор. Да вы издеваетесь, что ли, а? Вуди, это твое первое испытание. Придется постараться. Хотя, с другой стороны, что я пошлый юмор-то говорю? В оригинальном, когда сосед, он когда на бал... в бинокль смотрит, он же то же самое смотрит. Особенно это еще более нам показано в консольной версии. Когда мы можем облачка с мыслями соседа видеть. Хардкорные моды я, конечно, не люблю вообще. О! Вообще не люблю хардкорные моды. Вообще не люблю. Я терпеть их не могу. Я могу. Тише, тише сделай намного. Эх, сколько раз я уже говорил, не люблю я хардкоры, не люблю. Ну раз уж скидываете, то приходится снимать. Че уж тут поделаешь-то? Время-то, кстати, тут вообще есть или мы просто его не видим?
тут нету ограничений по времени, или оно есть, но мы не видим его просто. Ну понятно, короче, такая вот демочка. Ну пока оценку поставить не могу, без оценки. Ладно, такой вот довольно-таки длинный выпуск был. Был один мод, который вообще модом я бы не мог назвать, просто логотип измененный, больше ничего. Второй мод хороший, отличный даже получился, со старанием. В третьем отвратительная гомосятинская трансгендерная история. Один я вообще пропустил, там еще хуже было намного. И вот хардкор, в котором больше крови, ну и демка пока только один уровень. На сегодня все, с вас Лекос подписывался, с меня эпичные видосы, подписывайтесь на стримовский канал, на влоговый канал, вступайте в ВКонтакте. И, кстати, меня сейчас спрашивают, когда будет стрим. Вот я думаю, на следующей неделе будет, я пройду Когда Соседа 2 на андроиде, и после этого еще думаю после этого снять, короче, прохождение Neighbors Back From Hell. Еще раз, но я хочу его на геймпаде, кстати, поиграть на видео. И после него уже, и после этого уже забабахаем по ней стрим. Как раз таки там уже на клавиатуре пройдем. Ну ладно, всем пока.